13 февраля состоится областной этап соревнования «Лыжня России». На общегородском совещании, которое прошло в режиме онлайн, обсудили, как идет подготовка к подмосковному этапу соревнований. В этот раз гонка юбилейная, 40-я по счету. Вопрос о проведении всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 12 февраля. Пожалуйста, Ирина Михайловна Тестева доложит нам, как будет в Химках организовано это знаковое мероприятие. Дистанция длиной в 10 километров раскинулась в учебно-спортивном центре «Планерная». Участников и гостей в этом году ожидают около 6 тысяч. Администрация просит оставлять личные автомобили на парковке торгового центра «Мега», а оттуда добираться на специальных автобусах, которые будут курсировать с 8 утра до 4 часов вечера до входа в спорткомплекс. Они отходят от торгового центра со стороны Ленинградки. На территории самого центра «Планерный» будут организованы парковки для автобусов, остановки для наших шаттлов. Будет организована обязательно безопасность на территории проведения мероприятий. Организованы места питания, торговли, туалеты для комфортного проведения всего мероприятия. Финальный зачет пройдет по категориям мужчины, женщины и дети с 2004 по 2013 годы рождения. Поддержать спортсменов приедут министр спорта России Олег Матыцин, министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава округа Дмитрий Волошин и олимпийские чемпионы по хоккею и лыжным гонкам. Среди участников будут и спортсмены химкинских школ Олимпийского резерва. Если у кого-то есть желание все-таки поддержать спортсменов по другому виду спорта, я думаю, что школа Олимпийского резерва просто обязана всех проинформировать и отправить на наших тоже, тех, у кого есть в этом желание. Дмитрий Волошин попросил максимально распространить информацию о соревновании среди бюджетных организаций, чтобы привлечь как можно больше участников и болельщиков от «Химок».